Скалы, там надо, можно на скалы подняться наверх, там вообще красота. А если там заночевать еще? Кажется, что река упирается в гору, но она упирается, поросшую лесом. Да, действительно, упирается и поворачивает. Не смогла гору пробить река. А вот Мурадунскую щель она смогла пробить. Прямо вот через гору вот так шла. Да. Сделала ущелье. Там какая-то скала интересная. Она вот ровняя. Сейчас вот после дождей воды вроде много, из-за этого она грязная, глинистая. И перекаты, видишь, кое-как заметны только, и все. А то бы здесь мы вообще бы по камням проходили бы. Пешочком. Ну хорошо, только что воды много. Хорошо, что воды много. Да, и плыть быстрее будет, течение быстрее. Вот там возле берега скалы интересные. Как будто специально сложено, да?